Так, друзья, доброе утро, 10 утра, и мы в Красноярске. Погода сейчас хорошая, говорят, даже плюс 10, солнце светит. Да, я тут не был, кстати, с 2012 года, уже 11 лет. Вот снова Красноярск. Вот они, сибирские леса. Класс. Надеюсь, завтра погода тоже будет хорошая. Итак, друзья, заселился в гостиницу с нескромным названием «Аристократ». Вот, номер, конечно, у меня не совсем аристократический. Вот здесь у нас туалет, а где здесь свет? Вот, как-то не очень удобно, да. Такой вот, в общем, здесь туалет. Курение запрещено, понятно. Плиточка. Вот, в общем, вот тут я буду обитать в ближайшую ночь. Вот такой вид из окна, смотрите, электровоз поехал, вот, железная дорога. Ну вот, в принципе, такое. Так, друзья, вот я в Красноярске, Октябрьский район города. Здесь вот такие трубы, но в целом погода очень хорошая, солнечно, ярко, даже плюс 17, мне сказали сегодня здесь, в этом городе. Настоящая такая сибирская весна, как будто бы май, а не март. Всем привет из Красноярска. И отдельный привет Клавдии. Клавдия, привет из Красноярска, как и обещал. Так, друзья, вот мы сейчас в Красноярске, улица Копылова. Смотрите, здесь вот такие интересные дома 80-х годов. А впереди новостройки, похожие на московский Красногорск. Или новые дома в районе Котельников. Здесь тоже классическая советская застройка 70-е, 80-е годы. Вот такой вот этот район Красноярска. Дальше едем в центр. А вот это горы, это Саяны? Или Саяны далеко, это, да? Белоса, хребта. Ага. Хребет немножко дальше проходит Саян. Жигули. Ребят, смотрите, какие дома. Это еще конструктивизм 1920-30-х годов. Экспериментальные серии, которые вот строились на заре сталинского ампира. Вот. А здесь уже более поздняя архитектура, сталинки 50-х годов.
Так, такой интересный Красноярск. Три часа я могу сказать, что бежать. С левой стороны это наше здание, администрация краевой, то, что сделано. Да. Вот здесь был кабинет Лебедя, да? Здесь тоже площадь. А, вот здесь будет метро. Да. Ой, классно. И памятник кому? Ленину. Ага. Да, очень масштабно вот такая архитектура. Класс. Друзья, вот смотрите, дореволюционная архитектура Красноярска. Дворцы, настоящие дворцы. Во, памятник. И вот такой дом купеческий. О, книгообмен. Да, вот тоже интересная архитектура. Потому что он более ровный, началась Великая Отечественная война, там быстро поставили заводы, и он как бы рентабельность свою потерял. Друзья, посмотрите, какой интересный технологический институт памятника Владимиру Ильичу Ленину. Такие колонны, да, тоже одно из зданий, вероятно, довоенной постройки с интересной архитектурой. Красноярский краевой суд и богиня с чашей весов. Гостиница Октябрьская. 4 звезды. Впереди арка. Ну, сейчас прямо попробуем проехать там. Ага. Друзья, вот она панорама Красноярска. Начиная от здания арбитражного суда краевого, потом вот такие советские монолитные дома, новостройки, такой купол медицинской академии, затем ряд домов массового жилищного строительства и вот такой мост на остров развлечений, да, спортивных. Затем дальше переходим вот сюда, и там вы видите вот прямо по центру кадра лошадь, которая заложена как основание Красноярска. И могучий Енисей, да. Там дальше горы, дома, вообще класс. Потрясающе. Так, друзья, мы сейчас прям в сердце Красноярска, историческое место. Смотрите, в 1625 году Михаил Федорович Романов повелел на этом месте поставить острог. Вот сегодня здесь такая арка. Смотрите, действительно историческое место. Вот прям здесь начинался Красноярск, этот красивейший город, да, представляете? А вот интересное тоже здание строилось, как сказали, около 30 лет. Вот так вот. Ну, в общем, здесь очень атмосферно. И еще, ребят, я вам покажу сейчас вот Красноярская краевая филармония. Смотрите, тоже такое типичное советское здание, которое реновацию пережило, да, и сегодня вот такое интересное и колоритное. Вот приятно, друзья, смотреть на такую перспективу, на такую панораму. И самое главное, Енисей, представляете, великая могучая русская река, которая столько лет, столько веков здесь течет, и, ну, просто восхищаюсь, да. Она
наверняка сформировала дух ни одного поколения жителей вот этого края, да и вообще всей страны. Вот так здесь красиво и здорово. Уютно очень. Итак, друзья, ловим последние лучи солнца этого дня в вечернем Красноярске и идем в музей, который называется Площадь Мира. Музейно-выставочный центр. Вот там горы, очень красиво. Да, здорово, здорово. Вот герб. И красноярцы гуляют вечером в четверг. Сегодня у нас 29 марта 2023 года. Друзья, смотрите, какой красивый Енисей сегодня вообще на закате, вот весеннее утро. Тут рыбаки, там дальше кораблик, еще с пароход с колесами такой старинный. И там вечерняя набережная, и вид на коммунальный мост. Именно в этом месте еще Ермаком был построен первый мост через Енисей. Так, ребят, здесь вот на берегу Енисея пришвартован теплоход Лермонтов. Такой трехпалубный, старинный, 50-х годов советский теплоход. Здесь речной вокзал Красноярска, красивое здание сталинское. И вот такая вот панорама набережной. Доминанты высокие дома-башни, девятиэтажные продольные дома. Класс. Традиционная советская классическая архитектурная школа 70-х-80-х годов. Смотрите, друзья, какой пафосный ресторан «Макдональдс», вкусная точка, здесь в центре Красноярска. Такая пирамидка, достопримечательность. Вот. Кстати, пользуются спросом большим, много там ребят. Вот они, меню. Вкусная точка Красноярск. Там через покровку, там больше нигде сильно не повернешь, не развернуться, не это. Итак, друзья, вот уже и близится вечер, и смотрите, какой великолепный вид на город Красноярск, весь как на ладони, вы представляете, вообще так здорово просто ощущать себя здесь, ну прямо Лос-Анджелес, вы посмотрите на эти огоньки, на эти горы, вообще великолепно. И там дальше мост, тот самый коммунальный мост, который вы видели на 10-рублевых купюрах.
еще в 97-м году напечатали эти купюры, и вот с того времени это визитная карточка вообще наших банкнот и всего Красноярска. Класс, просто класс. Друзья, вот я возле той самой часовни, легендарной часовни, 10-рублевые купюры, и вот такой потрясающий красивый вид на город. Посмотрите, какая панорама. Вечерний Красноярск. Была такая, по-моему, газета «Вечерний Красноярск». В советское время, может, сейчас есть. Но вот передает дух и атмосферу этого места. Итак, друзья, сижу в очень интересном ресторане в Красноярске, который называется «Перцы». Смотрите, тут какой интересный интерьер. Вот. Очень так все это великолепно сделано. Бревна за стеклом. И заказали пасту карбонара и болоньезе, и солянку мясную. В общем-то, сейчас ждем, посмотрим, что это будет. Всем большой привет из Красноярска, с берегов Енисея. Так, ребята, заключительная на сегодня остановка в Красноярске. Это вот такое вот потрясающее место, откуда виден весь город. Снова весь город как на ладони. Смотрите, какие яркие огни. Просто завораживает. Вообще красота. Как оно называется? Николаевская. Николаевская сопка. Николаевская сопка вот это вот, ребят. И вот там такой флагшток высокий. Но флага сейчас пока нет. Так что приедем в следующий раз, флаг обязательно будет. Самая высокая, самый высокий флагшток, наверное, в Сибири так точно, а может быть и даже в России. Так, доброе утро. Принесли вот такой завтрак. Йогурт, хлеб, яичница с сосисками, кетчуп. Забыли ложку для йогурта. Ну ничего, сейчас попросим. А, кстати, у меня ложка есть. А, погода, конечно, отпад. Снег, метель. Да, конечно, мы такого поворота не ожидали. Эх, сегодня такие планы были. Дивногорск. Скажите, как вы себя чувствуете? Я хорошо себя чувствую. Я плакаю, конечно, голова еще болит. А ваш муж? Так, друзья, всем доброе утро. Значит, Красноярск сегодня встретил нас снегом, метелью, вот, но ничего, это нас не пугает, и поэтому все равно планы в Дивногорск должны осуществиться, друзья, да. Вчера была уже такая майская весна, сегодня мы опять в февральских снегах, но это Сибирь, поэтому привыкаем. В общем, всем хорошего настроения и до встречи в Дивногорске. Итак, друзья, мы сейчас в одном из знаковых мест рядом с Красноярском. Это место называется Царь-Рыба, и установлена она была в честь писателя Астафьева, который жил в этих местах. И на самом деле это не только одноименное произведение Астафьева, но и символ борьбы человека с природной стихией. Вот. Но на самом деле, конечно, сегодня природная стихия уж очень разыгралась, поэтому мы не зря тут. А вот здесь, смотрите, какие красивые горы, да? Ну, их сейчас не очень хорошо видно из-за тумана, из-за снега, но вообще-то красота. Такие сибирские леса. Виктор Астафьев, писатель. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы в музей ехали, к вам заехали на секундочку. Угу. Тут у вас тоже как экспозиция, да, музейная? Ну, у нас вообще библиотека музей непосредственно. Ну, вот берем еще
Витю маленького. Ну, а мы сидим вот такое маленькое самостоятельное здание, которое полностью действительно Виктор. Да. А до скольки лет он жил в этих местах? Так, ребята, мы сейчас в культовом месте. Вот этот дом Виктора Астафьева, знаменитого советского писателя. Жил он здесь до 1934 года, когда его отец вернулся из мест заключения. Вот здесь Красноярский край, дом-музей Астафьева. Сейчас попробуем как-нибудь внутрь прорваться. О деревенских играх, о вообще жизни в деревне, о труде. Она прославила его в 24 странах мира и была издана уже в полном объеме в трех частях в Москве 1987. Можно, сейчас, да? Два билета. Ага. Все, я уже все сделал. Да. Спасибо. Спасибо. Коллеги? Мы коллеги, да. Так. А куда нам, не подскажете? Сейчас расскажу. У нас три усадьбы. Здесь вы посмотрите вот эту выставку «Орудия труда и транспорта». Зайдете в дом бабушки Екатерины Петровны, там у нас смотритель, и посмотрите деревенский быт 30-х. Печка это «Путь» называлась. Смотрите, здесь русская печь, но она была большая. Сюда выходила, сюда выходила. На ней спал дед и трое взрослых сыновей. Ого, как же они все помещались. Ну, печь была огромная. А, она же еще была, да, больше, да. А здесь были палати, вот такие вот, как антресольки. На них спали детки. Двери были в русских, вот сибирских избах, вот такие вот, ага, высокие. Всегда кланялись, заходили в дом, в деревне. Детей только 10 человек, соседи. Всех она обшивала. Так, друзья, вот он, легендарный дом, где вырос Виктор Астафьев. Бабушка его здесь жила. В общем, очень судьба человека была интересная, насыщенная биография. И здесь вот эта вот вся усадьба, она пропитана историей, духом этого человека. И здесь тоже очень много вот таких вот деревенских разных приспособлений для хозяйства, сани. Еще одни сани, прялки, утюги. Здорово. Вон шкура животных, да. И вот он дом. Куриный чайник, копауха, гуси полыни, это все эти рассказики. Если идет, вот какая неясная информация, вот тут. Написано, да. Да, ага. А вот эти круглики, это все отрывки всего рассказов всех. На круглых, это на деревяшке. Рассказы вот этот. Так это его брат, который глухонемой, или нет? Или, ну, другой? Нет, это прототип, это как бы сродный или двоюродный, по рассказам, если считать, он писал, когда «Царь-рыба». «Царь-рыба». Дом он с молоду знал, жил он здесь как на даче, в теплое время года, с апреля по октябрь, жил один, потому что жена, ну, они поднимали еще внуков, маленькие внуки, дочь умерла, оставила ему внуков. Ну, ему надо было жить одному, что он здесь много-много писал. Везде фотографии, картины, подарки на печи, на шкафах, в шкафах, это все подарки. Да, вот сельская библиотека очень важна. Такая большая. Здорово. Дальше быт наш советский, кто постарше, это молодые. Мы все это поняли, эти люстры, эту мебель, это все прямо наше. Проигрыватель, вон. Жил очень скромно, сами видите. В той комнате принимал гостей. Ага. Отдыхал, смотрел телевизор, был заядлым футбольным болельщиком. Обратите внимание, там диванчик из рогов лося. Это он, да, притащил, да, да. Притащил с собой, бедненький. Он такой тяжелый этот диван. Это ему подарили уральские охотники. Ага. Ой, как здорово. Очень любил музыку. Там видно, что лежат пластинки, море пластинок. Чайковский. Ну, там много кого. Вагнер, там много. Ага. Икона 17 века, особо ценная. Ее подарил Олег Павлович Табаков, когда приезжал со своими студентами школы студии МХАТ. Вот.
такая. А, вот это да. Вот за этим столом тоже знакомый ресторатор сделал, за этим столом писал. Рамкин вот фотографию. Приезжал уже, и вот слова написал вон там. Путин приезжал уже после кончины Виктора Петровича. Виктор Петрович умер в ноябре 2001 года. А Путин приезжал в 2004-м. А вот он такой прям мальчик. Ну, вот так вот. Здесь каждый подарок — это, ну, целая история. Люди хотели с ним общаться, говорят, он был прекрасный рассказчик. Вот там по дворе видели, да, вот это, памятник. Вот там, где стоит памятник, там раньше стоял стол, скамьи, там они чай пили. Приезжают сейчас старички со своими женами, кто к нему. Так, ребята, вот представляете, это гостевой дом. И здесь жили те гости, которые приезжали к Астафьеву и его супруге. И здесь останавливался Олег Ефремов, здесь останавливался Жонов, известные актеры, деятели культуры и искусства Советского Союза и Российской Федерации. В голове не укладывается, что они здесь жили, потому что приехали гости к своему, к самому Виктору Астафьеву. Вообще класс. Вот, ребята, смотрите, а здесь дом, дом, в котором жил Астафьев. И такой здесь вот предбанник, газовая плита, хлебница. Смотрите, как уютно. Все-таки великая фигура была Виктор Астафьев. Посмотрите, вот здесь то место, где стояла, где стоял столик, лавочки, и он здесь любил пить чай летом со своей супругой по вечерам. Вы понимаете, какой литературный гений, как это здорово. И сейчас здесь памятник его и его дорогой супруги. И здесь, в этом доме, вот где он жил в летнее время, квартира у него была здесь, в Красноярске, в Академгородке, а вот здесь в летнее время он жил. И тут бывали все лидеры нашей страны. Здесь был Горбачев, здесь был Ельцин. В 2004 году здесь был Владимир Путин. И после того, как сюда приехал Ельцин в 96 году, в 98 году издали 15-томник Виктора Астафьева, его произведений. Ну, это просто здорово. А потом другие президенты, губернаторы дарили все новые и новые здания этому музею. А это, посмотрите, ребят, великолепный сад. И Виктор Петрович завещал, чтобы ни одно новое дерево здесь не было построено, чтобы все было именно так, как осталось при нем. И вот этот кедр, да, и вот эти деревья, вот все. А летом здесь цветы, как любила его супруга. Надо летом сюда приехать еще. Так, ребята, вот мы приехали в Дивногорск. Да, город действительно дивный. И даже вот в такую погоду, снежную, в эту пургу, все равно вот можно ощутить это величие гор, это величие сибирской реки Енисея. Огромной, грандиозной. И только позавидовать тем людям, которые живут в этих домах, у которых открывается такой великолепный вид на горы, на Енисей. Вообще классно. Ну, теперь только одно остается – приехать сюда в хорошую погоду еще раз и увидеть всю эту красоту безумную.
Так, друзья, неожиданно тут в Дивногорске, вот в этом сосновом бору, такой вот милицейский парк. Смотрите, мотоцикл, тот самый мотоцикл милицейский 70-х годов, который мы могли видеть в фильмах. Вот, смотрите, даже герб Советского Союза. Вот он, такой яркий. Кстати, целый научно-исследовательский институт работал над тем, чтобы правильную расцветку милицейских машин и мотоциклов сделать, да. А вот здесь комсомольская душа Дивногорска. Классно, как строился город. Да, замечательно. Угу. Такой советский быт. Итак, друзья, вот позади меня могучая Красноярская гидроэлектростанция. Ну, сейчас ее, конечно, плохо видно, но какие-то очертания вы можете увидеть вот отсюда. Тут Енисей, горы и мост. Через Енисей, это мы здесь, недалеко от Дивногорска. Такая здесь природа. Друзья, это монумент, самосвал, который участвовал в строительстве Красноярской гидроэлектростанции. Таким ты шел в атаку на проран, смиряя бег бушующей воды, бессмертная работяга-ветеран, участник героической страды. Вот такие строки. Так, друзья, вот здесь на трассе между Красноярском и Дивногорском пьем замечательный чай с лимоном. Сосновом бору. Говорит, до обеда с голодом, говорит, боремся, да? А после обеда со сном. Ага. Так, друзья, мы сейчас в центре Красноярска, погода не очень, но вот смотрите, такое уникальное здание, музей Сурикова, и построенный на деньги купца и мецената Гадалова. И обратите внимание, какой интересный яркий дворцовый стиль. Говорят, что даже в Италии идею такого здания вдохновила итальянская архитектурная школа на такое строительство. Вообще классно, безумно интересно. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим, что там.
Здравствуйте. Итак, друзья, коллеги, мы сейчас с вами побывали в доме Сурикова, где он жил, жила долгие годы здесь еще его мама, и он сам из Москвы приехал сюда и начал снова писать. После того, как в Москве там он потерял супругу, долгое время не мог продолжить свое творчество, но приехал и вновь вдохновился сибирскими красотами, сибирской душой. Вот сам памятник Сурикову и вот такой вот великолепный здесь сквер, усадьба. Много всего здесь интересного, особенно полы. А почему полы называются пол? Ну, долго мы гадали, не могли угадать, и оказывается, бревно пилилось напополам, пол бревна, и укладывалось вот так вот. Поэтому и пол называется. Вообще здорово. Если даже в интернете набрать... Я-то все это еще помню. Угу. Открытки, радио, швейная машинка, неваляшка на полу, старый телевизор. И раньше родители тоже вот эти вот копили открытки, всевозможные. И у меня тоже, да, вот бабушка складывала, вот я часть увез себе, теперь у себя храню. Вот такой макет дачного домика наверху, классный. Ну, какой-то сильно уж осовремененный этот домик, ага. Потому что, посмотрите, окна какие большие. Так, друзья, привет! Мы приехали в дом юного техника. И вот здесь, смотрите, такая интересная выставка, экспозиция «Наше советское детство». Вот. Взгляните, там и книги, и неваляшка, и ковер на стене, и на полу радио старое, телевизор вот здесь вот тоже старый, с вышивкой наверху и вот такой антенной. Классно. Вот. Здесь его можно посмотреть через вот такую решетку. А с этой стороны, друзья, вот здесь в Доме техники галерея ученых-рационализаторов. Вот, много здесь портретов. Видите, такого еще советского времени. Очень интересно. И тут вот тоже заслуженные изобретатели СССР, изобретатели и рационализаторы. Вот так вот классно. То есть смотрите, вот здесь, вот за этой решеткой, что здесь было? Там, может быть, гардероб, да, или что-то еще. Просто сделали такое музейное пространство. Я думаю, это классно. Молодцы ребята. Вот. Тут еще такая советская плитка. А вот здесь, смотрите, вот такой вот на лестнице советский витраж. 70-х годов сохранился. Тоже здорово. Надеюсь, если здание будет ремонтировать, его обязательно сохранят. Так, ребята, зашли в очень интересный ресторан. Называется «Морской фастфуд». Смотрите, какие тут интересные типа люстры, светильники. Вот. Вообще, и вот написано «Дог осьминог». Хот-дог из осьминога, ребят, вообще классно. Вот я такого еще не видел ни разу. Тут, да, меню, согреваемся вместе. Вот такие вот осьминожьи щупальца. И даже вот на окне. Вообще классно. Вот, смотрите, мексиканская сомбреро и осьминожьи щупальца. И тут даже есть мексиканские вот эти инструменты. Супер, интересная придумка. И плюшевые осьминоги такие вот. Вот такие. Прикольно. А там технологический институт красноярский. Смотрите, какая пурга вообще. Просто заметает. Помните песню? Заметает зима, заметает. Вот так. Вот, друзья, смотрите, у нас получилось вот такой док-осьминог-лимонад, такой бургер с морепродуктами, здесь что-то такое типа ролла, здесь у нас вок с кальмаром и с соусом том-ям. Вообще ни разу такой соус еще не слышал, сейчас попробуем. И лимонад с лимонграссом, вот такой вот обед.
Итак, друзья, вот и закончились наши удивительные два дня в Красноярске, в этом классном, а не, пусть играет наоборот, в этом интересном сибирском городе, в этом регионе. И, конечно, погода сегодня подвела, подкачала, сегодня снегопад, мы вернулись снова в зиму, но надеемся, что будет еще возможность приехать, увидеть все в более хорошем. Уже распогодивается на горизонте, уже чище небо. Жалко, вот жалко, прям самый этот Дивногорск и все в тумане было. Сейчас бы все увидел. Да, сейчас вам все чистенько.